Василий Орлов сообщил даты международного фестиваля зимних видов спорта. Российско-китайские хоккейные матчи и автомобильные гонки на Амуре проведут 24 и 25 февраля 2024 года. По словам главы региона, в планах также организовать на набережной игры «Снежки», гонки на собачьих упряжках, привлечь к участию команду «КамАЗ-Мастер» и автомобили «МАЗ» и «Урал». Другие темы обсудим после анонса. Меня зовут Кристина Добровольская. Здравствуйте. Каникулы ответственного режима. Оперативные службы госучреждения Благовещенска поделились графиками работы в праздники. Многие встретят их на дежурствах. Красивая традиция. Предприниматели областного центра нарядили фасады и внутренние пространства своих заведений ради хорошего настроения посетителей. По бабушкиному рецепту. Юная Благовещенка создает подарки к Новому году своими руками. Специально для города 24 рассказала, как смастерить мешок Деда Мороза. График работы в новогодние каникулы опубликовали государственные и частные предприятия Благовещенска. Традиционно сотрудники оперативных служб останутся без длинных выходных. По долгу службы будут круглосуточно находиться на рабочем месте, чтобы основная часть жителей Амурской столицы провела праздники спокойно. Если ваши каникулы все же испортило какое-то происшествие или возник острый вопрос, расскажем, куда обращаться. Стоят на страже вашего праздника и готовы прийти на помощь при любом ЧП. Если вы стали жертвой или очевидцем правонарушения, или знаете, что кто-то готовится совершить незаконное действие, следует обратиться лично или по телефону в дежурные части полиции. В праздники правоохранители, как и в будни, работают круглосуточно. Адреса и телефоны ведомства на экране. Пожарная охрана. Другие оперативники тоже встретят Новый год на посту. Те, кто не любит, когда в небе над Амурской столицей виднеется дым. В случае любых возгораний избежать последствий, самое страшное из которых гибель людей, может помочь любой внимательный горожанин. Чтобы спасатели отправились на вызов как можно скорее, важно правильно сообщить подробности ЧП. В первую очередь мы собираем данные о месте происшествия, то есть точный адрес нам нужно уточнить, что произошло, если это пожар, что именно горит, есть ли угроза пострадавшие, если есть какие-то затрудненные пути выезда, подъезда, мы тоже это уточняем. Также собираем фамилию, имя, отчество, кто звонил и номер телефона, как связаться. На случай коммунальных ЧП сформированы дежурные бригады АКС. С 30 декабря по 8 января у них установлен режим повышенной готовности по обеспечению бесперебойной и надежной работы объектов. Специалисты подготовили резервные источники питания, топлива и запчасти. Проработали четкую схему оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад. Поэтому не оставят благовещенцев один на один с проблемой. При возникновении таковых необходимо звонить на горячую линию ведомства. Еще одни коммунальщики тоже не отстают от коллег по быстрому реагированию – сотрудники ГСТК. Их главная нештатная ситуация – выпадение большого количества осадков. Перед праздниками подготовились к возможной встрече с таковой. Пополнили автопарк спецтехники двумя новыми универсальными комбинированными машинами. Вообще подразделение по ремонту и содержанию дорог ДУ ГСТК работает у нас в круглосуточном режиме. У нас нет такого понятия выходные, как бы это пафосно ни звучало, тем не менее у нас и наши праздничные выходные, новогодние праздники, мы будем работать. Определены есть график дежурства бригад, которые при выпадении осадков в течение часа по ГОСТу должны выехать на, звеньями на дороге города и приступить к уборке. Ведомству, главенствующими над соцвыплатами, пенсиями и различными видами отчислений, повезло чуть больше. Отдохнут практически все каникулы. Но чтобы не оставлять своих посетителей надолго, все же выделили день для личного приема в празднике. Для тех граждан, которым необходимо получить услуги лично, наши офисы в Благовещенске, на Василенко 20, в Белогорске, в Свободном и в Райчихинске будут работать 4 января с 8 до 16.00. Напомним, что большинство услуг социального фонда можно получить, не выходя из дома, на портале госуслуг. К привычному графику работы социальный фонд приступит с 9 января. При этом дежурить для дистанционного обслуживания амурчан останется единый контакт-центр. Задать волнующие вас вопросы можно, исходя из его расписания по номеру 8 800 1 500 1.
Получить медицинскую помощь дистанционно невозможно, поэтому в случае экстренных проблем со здоровьем горожанам необходимо обращаться в стационарные лечебницы. Областная и городская, детская и взрослая больницы работают круглосуточно, так же, как и онкологические, кожно-венерологические диспансеры и инфекционка. За неотложной стоматологической помощью благовещенцам можно прийти на Островского, 35, с 1 по 8 января с 8 утра до 8 вечера. И Диченко, 3, с 31 декабря по 8 января с 8 вечера до 7 утра. Подробное расписание всех государственных медучреждений Амурской столицы ищите на tvgorod.rf. Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город». Летящий дракон парит над головами посетителей одного из благовещенских торговых центров. Инсталляция из картона и бумаги – результат работы сотрудников сети магазинов обуви, которые поселили у себя в отделе огнедышащего не только на радость покупателей, но ради победы в конкурсе оформлений. Другие 43 городских предпринимателя зарабатывали баллы в конкурсе фасадов. Чья идея больше всего понравилась конкурсной комиссии, узнаете из сюжета. Для создания праздничной новогодней атмосферы для своих гостей мы всегда стараемся оформлять очень красиво наш фасад и зал внутри кофейни, для того, чтобы гости прочувствовали всю праздничную атмосферу. Эта традиция оформлять фасад у нас уже не первый год. Мы всегда с удовольствием принимаем участие в городском конкурсе на оформление. Занимаем практически всегда первые места. Красоту внутри и снаружи создают не ради себя, сотрудников, гостей и прохожих. Предпочтение отдают минимализму, композициям из еловых веток, однотонных шаров и заснеженной искусственной хвои. Такой фасад, считают здесь, не нарушит единого общегородского тайм-кода. В самом центре города декораторы отдали предпочтение мягким игрушкам. Поселили в витрине крупных плюшевых медведей, быка, тигра и, конечно, дракона – символа наступающего года. Все они стоят на страже десятка новогодних подарков. Веселая компания в первую очередь привлекает взгляды малышни. В развлекательном центре напротив автовокзала над входом поселили серебристых оленей и зеленую красавицу в наряде из красных шаров. На этом не остановились, устроили внутренний конкурс на лучшее оформление отделов среди арендаторов. Вообще за идею был взят символ года 24-го, да, который наступает, это дракон. И мне захотелось, чтобы он у нас парил над отделом. Я его делала свободное от работы время, это ночами, только так, когда еще детей уложить спать. И, значит, я вступала вот в творчество. Я украшаю каждый отдел, именно я, но в островах, например, это другая цветовая гамма. И там тоже есть дракон, только красно-белый. Другая тематика. Да. Помимо летящей композиции, для сотрудников и покупателей смонтировали фотозону в традиционных для сети магазинов обуви цветах. Все элементы декора создавали вручную. Даже воздушные шары надували всем отделам, которые в итоге и признали победителем. Очень замечательные фасады у некоторых предприятий. Подходят творчески, подходят, красиво очень оформляют свои фасады. Кроме того, есть елки на улицах, есть малые архитектурные формы. И поэтому, конечно же, это поднимает настроение. И покупатели активнее идут в такие объекты. И, конечно, новогоднее настроение появляется у всех жителей нашего города. Победителя выбирали из 43 участников в 6 номинациях – от оформления точек общепита до киосков. Среди торговых центров первое место у ЦУМа, второе поделили универмаг братьев Платоновых и Excel. Бронза также досталась двоим ТРЦ – «Мега» и «Небесный». Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город». Дети и внуки первого детского хирурга Амурской области и мастера спорта по художественной гимнастике в двух поколениях. С династиями горожан в преддверии года семьи встретился мэр Благовещенска Олег Имамеев. Рассказать о своей истории пришли представители 5 городских семей, потомственные врачи, тренеры, художники и преподаватели. Елена Лысенко, учитель географии, поделилась. Слово «мама» для нее ассоциируется с профессией воспитателя. Общий педагогический стаж у их семьи 50 лет. Папа мне всегда говорил: давай ты пойдешь в медицину. Я как-то вообще себя не видела врачом абсолютно, вот именно в образовании. Потому что еще и в детстве, посещая школу, играла в школе в школу.
Собравшиеся рассказали, почему выбрали тот же путь, что их родители, показали памятные фотографии и вещи, которые связывают их с профессиональной сферой. Когда ребенок растет в семье и видит папу, маму, дедушку, бабушку, которые работают в какой-то определенной сфере, и своим примером, своим отношением к труду показывает, как интересна эта профессия или та сфера, в которой занимается. И ребенок это перенимает и становится продолжателем этого дела, конечно, этого многого стоит. Новогодние рождественские подарки для амурских фронтовиков подготовили депутаты политической партии «Единая Россия» совместно с общественным движением «Волонтеры Победы». В рамках всероссийской акции участников Великой Отечественной войны одарили вниманием и заботой. В преддверии главного праздника года депутат Госдумы Вячеслав Логинов навестил Клару Федоровну Вересоцкую и вручил ей подарки от партии. Клара Федоровна – военная радистка. В свои 16 в августе 1945 года она участвовала в освобождении Китая от японских захватчиков, не имея фронтового опыта, просто выполняя приказ. Акция «С Новым годом, ветеран!» ежегодно проходит с 25 декабря по 7 января. Во всех уголках страны без внимания не остается ни один участник Великой Отечественной войны. Эта акция для партии уже стала традиционной, и мы поздравляем наших уважаемых ветеранов не только ко Дню Победы, но также и к 23 февраля, и к 8 марта, и к новогодним праздникам. Конечно, они требуют особого внимания, они очень радуются, когда мы приходим, у них много новостей, они ими делятся. Важность акции еще заключается в том, что мы к ней подключаем наше молодое поколение, это волонтеры Победы, они постоянно сопровождают уже в течение оставшихся 365 дней в году наших уважаемых ветеранов. Елочные игрушки, настольные игры и подарки на любой праздник юная Благовещенка создает своими руками. Все, что нужно, немного фантазии, маркеры, картон, мишура и мелочи для украшения. К самому волшебному дню в году Саша Смолина решила подготовить родным мешок Деда Мороза. На поделку уйдет всего несколько минут. Результаты стараний в нашем сюжете. Привет, меня зовут Саша. Все хотят, чтобы Дед Мороз принес подарки. И можно сделать такой же подарок своими руками. Для этого нужны два красивых картона, пленка. Еще нужен двусторонний скотч, степлер, клейкие подушечки и конфеты. Еще нужны также украшения. Нужно из первого картона вырезать вот такой вот мешок. Я сделала эти заготовки заранее. Потом нужно сделать это ровно такой же мешок, но только с отверстием. Потом из пленки вырезать вот такой кружок. Для начала нужно прикрепить конфету. Либо на подушечке, либо на двусторонний скотч. Потом нужно вот эту пленку прикрепить на конфеты с помощью степлера. И также можно применять вот этот мешок, чтобы не было видно скрепки. Мне это бабушка показала, как сделать на телефоне. Я люблю делать животных. Это жираф, а это игрушка на елку дракон. А ты их сама придумывала? Да. У меня просто приходит идея, что нужно сделать это, что нужно что-то сделать. И я придумала, что. Дальше, чтобы закрепить мешок, нужно взять верхнюю сторону и закрепить ее с скрепками. Теперь на это место скрепок нужно приклеить украшения, либо наклейки. У нас будут звездочки. Дальше нужно либо мишурой, либо ленточкой завязать горлышко мешку. А этот подарок я даю вам. С наступающим Новым годом! Дорогие телезрители, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть все мечты сбываются. В длинные выходные много отдыхайте, гуляйте. Вечером не забывайте включать «Город-24». Наш коллектив подготовил праздничные рубрики. Расскажем про каникулы иностранцев на Амуре, поделимся секретами тех, для кого Новый год – самая жаркая рабочая пора. Вместе с подрастающим поколением порассуждаем, как правильно загадывать желания и где зимой отдыхают снеговики. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи в эфире!